Я рад приветствовать всех и вся, кто знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстро разборных и других спортивных снарядов. И всей части моего нового видеоролика коснуться хотел бы, надеяться, довольно интересной темы. Предыдущая часть была демонстрационная. Это будет обзорно-разъяснительная. И ранее выпускались видеоролики по данной теме. То есть речь идет об вообще-то трансформируемой, именно мягкой, широкопарно-наборной гири, изменяющий вес, но в пределах всего 20-60 килограммов. Однако ее размеры довольно ощутимые. 380 миллиметров диаметр ее корпуса. Толщина дужки 55 миллиметров примерно. А высота этой гири, широкопарной, порядка 500 миллиметров. Практически полметра. Значит, в данном конкретном случае диски, смена грузовой диски всей части не демонстрируется. Это, ранние видеоролики этого все темы выпускались. В предыдущей части были показаны. При самом начальном весе осуществлялся рывок левой, правой, этой широкопарной наборной гири. При таком диаметре корпуса, да все это вообще такой дужки, весьма, довольно затруднительно поднимать такой снаряд. Впечатление, что нагрузка на предплечье довольно весьма ощутимая. Компенсирующие кольца также были отстранены и немножко чуть-чуть даже для облегчения веса, но вес оказался предельным для трассового видеоролика. Но куда уж, не с повышенной опорой, причем поднималась такая гиря, сверхвысоченная. То есть высота этой гири может быть даже и более того, может быть 20 мм. Тут такой зазор образовался. Почему? Потому что сняты эти диски, а их высота несколько, эти компенсирующие кольца, вместо отсутствующих техных дисков не ставится. Возможно, предстоит еще доработка этого спортивного снаряда. То есть если все эти кольца, когда ставить, то есть не зазорчик тут образуется, но его надо будет как-то покрыть. И все. Или если диски поставить, или надо, чтобы высота смены грузовых дисков общая, то там все аккуратизировали, была равна высоте смены грузовых колец. Но для подъема это не так уж мешало, пусть даже она немножко выступала. Тогда эта часть стяжного стержня. Не так уж мешала, потому что она не так уж сильно выступала. Необходимо можно было бы даже и срезать. Хотя, скорее всего, придется, если делать там доработку, еще некоторую, придется тут именно заделать этот зазор. Итак, 380 миллиметров диаметр, немного не мало. Казалось бы, это гиря такая, она еще, правда, она мягкая, она из всяких материалов, из твердейших материалов вообще-то, но и даже бумага применена, там клей, пропокси, твердейший материал, арматура. В общем, эта гиря довольно затруднительна к пользованию, хотя в принципе, это не самая объемистая гиря. Речь идет вообще-то не о самой, все же объемистой гире в мире. Одним из атлетов, несколько ранее,
изготовлена вот самодельная насыпная гиря. Одни довольно сильных атлетов. Вот обзор самодельной насыпной гири. Так вот это... Так о чем же речь? Вот эта вот насыпная гиря, вес которой... Наливная, даже насыпная. В наливном варианте, которому от меня от 14,3 примерно до 41 килограмма, то есть вмещает 27 литров воды. То есть 27 кубических дециметров внутренний объем. Так если ее преобразить именно в сферу, так ее диаметр уже порядка 387 миллиметров. Она из ее диаметр вообще-то порядка 300 миллиметров, но продолговатый корпус за 400 миллиметров. Так. То есть в объемном смысле, да, или побольше, все же больше, чем вот автор всего видеоролика. И тут толщина, да, 50 миллиметров, это толщина вот этой дужки. Тут даже 55, но не будем на этом внимание концентрировать. Итак, значит, 380 миллиметров, вот если сферу делать. Ну, допустим, насыпной вариант. Сделать такую гирю в принципе, но опять-таки, как я самодельно, на тонкостенную, можно было бы. И в насыпном, именно там, в насыпном, наливном варианте. И она бы имела вот примерно те же размеры. Вернее, она бы и, опять-таки, такие же, как, ну, как, да, ну, конкретно случай, макет от этой мягко-широконаборной гири, только была бы более тонкостенной. И в том-то дело, что йоди... значит, диаметр, если 380 наружу, диаметр, ну, допустим, 370 с небольшим внутренний диаметр. И тогда ее объем внутри был порядка 27 кубических дециметров. Вот. Только эта высота уже гораздо меньше высотой. У меня есть и такой вариант, когда это применяется как полугиря. Вот, автор всего видеоролика. И такой вариант есть. Показывалось в других видеороликах. Там 370 миллиметров всего высота. Вот. Ну и тут, а тут тоже порядка 380, вплоть до 400 миллиметров тут высота в этом должна быть. Но не будем все это именно сравнивать, говорит, не так уж важно. Хотя, где при высоте до 370-400 миллиметров поднимать гирю не так затруднительно, как снаряд, вот, например, рывком руку. А при такой высоте 500, то весьма затруднительно. Могут даже требоваться повышенные опоры. Вот. На дверу, да, при парных именно подъемах, конечно, еще более затруднительное применение таких вот гирь. Также вот эта самодельная гиря. Допустим, для парных подъемов также очень-очень затруднительно было бы. Да, она как бы цилиндрическая. То есть, в любом случае, когда гиря изготавливается, напрашивается вывод более сферическое делать. Ну, в зависимости от того, для чего применяется в тех или иных случаях такой спортивный снаряд. Есть так называемые гири, цилиндрухи, да мало ли какие гири есть. Вот, в мировой практике. Вот. Ну, время поджимает, говорит, подпирает. По мере возможности и необходимости еще вот, продолжим там видеоролик по всей теме. А покуда, скажем, традиционно, до свидания, до новых встреч!